Всем привет! С вами Надежда и это Карелия. Мы переехали меньше месяца назад, обустраиваемся, обуючиваемся. Вот эта комната-гостиная выполнена в винтажном стиле. Я ее уже немножко украсила к Новому году. Ну вот я сейчас немножечко вот с этой стороны покажу. Ну вот пока как-то так. Сейчас покажу поподробнее. Извините за свет, у нас вечные сумерки, солнце уже давно не видели. Ну вот это от окна. Здесь вот такая вот композиция. Такая девочка винтажненькая. Вот такие снежинки-пушинки в том году делали. Так, вот здесь, наверное, окно. Там, наверное, не видно будет, делала я. Такого клоуна. У нас снег постоянный, снега очень много. Вот такая вот елочка, тоже винтажненькая. Игрушки я делала некоторые сама. Вот из бархата делала какие-то игрушки. Ну, в общем, такая винтажная елка, небольшая. Так, она стоит в вазоне. Вот таких вот опять винтажных детишек делала. Здесь такая композиция. Из цветов надо поставить подарочки. Так, ну там олень. Дальше идут у нас зеркала. Вот так вот, видите, я украсила зеркало. Такие, опять же, у меня их тут много. Снежинки, пушинки. Вот так. Где это выглядит? Это принцесска Дианка на таком постаменте, зеркало. Ну, много таких есть вообще старинные вещи, есть просто состаренные, есть те, которые я делала сама. Например, вот такие вот букетики из елочки Нобелис. С цветочками. Вот так вот смотрится. Мне нравятся именно цветы. Какие-то искусственные, засушенные. Вот. Дальше опять идет зеркало. Также оформленное шариками. Вот так. Вот дальше такая композиция. Уже с цветами просто шарики повесила. Здесь вот, опять же, видите, с таким-то Дед Мороз ждет моих внуков. Так, где-то вот так. Дальше идет там входная дверь. Это камин тоже. Как сказать, ну, не очень сильно украшенный к Новому году, но вот сейчас я покажу поближе. Опять же, да, старинные какие-то подсвечники, какие-то делала сама, ну, под старину покажу. Елочка из Нобелис, зеркало делала тоже в том году сама. Вот такая же опять композиция с ветками Нобелис, с розами. То, как я люблю. Веточки эти стоят очень долго. В том году я тоже делала. Гипсофила здесь присутствует. Также делала такие букетики похожие. Но при переезде, естественно, все поломалось. Тут свеженькое все.
Вот так, вот такую елочку делала я сама. Такую. Сейчас, может быть, ее включить? Ладно, потом. Неудобно одной рукой. Вот такую делала сама. Вот дальше тоже. А подсвечник это старинный. Так, что дальше? Вот это вот искусственная ветка одна такая. Она не спадающая с камина. Опять же какие-то делала бантики. Опять цветы. И тут вот так. Там старинные подсвечники. Я говорю, у меня такой микс. Но старинные вещи у меня присутствуют практически везде. Так, это встроенный шкаф. Дальше вот такая стеклянная витрина. Вот опять тут такие шарики делала старинные. Ну, это так выглядит. Опять везде вот такие снежинки. Ну, в общем, где-то так. Так, вот такой вот такая витринка. Дальше идет у нас одна спальня, диван, стена и дальше вторая спальня. Вот, видите, обои такие, это акцентная одна стена, а другая вот, вот, вот видите, она как подходит. Здесь немножко недоделана, но, да, остальная комната покрашена в такой, ну, это не фисташковый цвет, не знаю, как его назвать. И, в общем, да, диван, подушку, наволочки шила, пледик такой новогодний. У меня собачка спит. Вот такая вот картина. Она мне очень нравится переезжать со мной из квартиры в квартиру. Опять же, такие под старину везде розы с елками. Вот эта вот полочка очень нравится. Ручная работа, дерево. Старинное. Очень-очень мне нравится. Так, что здесь кресло. Там вторая спальня. Ну, вот где-то так. То есть я отойду немножко и покажу примерно, как это выглядит у меня. Вот, не все доделано. Я еще раз говорю, где-то меньше месяца назад мы переехали. Я постепенно делаю из комнаты в комнату. Ну, вот как-то так, девочки. Ну, давайте повернемся. Там входная. И вот так. Ну, на этом, наверное, все. Такое небольшое видео. В общем, с наступающим вас Новым годом! Радуйте себя всем, чем можете. Сейчас это нужно. Хотя бы какие-то положительные эмоции у нас были. Всего вам доброго. Следующее видео покажу уже всю квартиру. А на этом все. Пока-пока.